пиздец. Это просто пиздец. Как эта компания до сих пор работает, блядь? Они же вообще интернет не могут давать. Я и то лучше интернет раздам с телефона, блядь, чем Домру раздает, блядь, по квартирам. Блядь, ебануться. Мракобесы, нахуй. Блядь, пиздец, все трансляции срываются, потому что, блядь, нет интернета. Ну это пиздец. Приезжаешь в Алексеево, нет интернета. Приезжаешь, блядь, домой, нет интернета, нахуй. Бля, как будто в деревне живешь, реально, как будто живешь в деревне, блядь. Вроде город, Санкт-Петербург, миллионник, блядь, нигде нет интернета нормального. Они, блядь, реакторы, блядь, телепортацию собираются в 2030 году запускать. Ага. Телепортацию, ребят. Какая, блядь, телепортация, вы не можете интернет сделать? Йота говно, не работает нихуя. Нет, не видел, мне насрать. Блядь, занялся, если бы у меня на то были полномочия. Я бы не только этим занялся. Я бы и сборной России по футболу занялся, блядь. Готовлю к соревнованиям, да. Что ешь? Снова жрешь? Ну да. Можно я вам один вопрос задам? Вот, блядь, всего один. Вот у нас в стране есть как минимум одна команда, сборная долбоебов-неудачников, которые получают денег больше, чем все остальные виды спорта вместе взятые. Это сборная России по футболу, за которую каждый раз всей страной все дружно болеют, блядь, что бы они ни делали. Вопрос заключается в следующем. Вот у нас, например, есть бодибилдинг. И вот, например, сейчас готовятся нормальные ребята к осени на международные соревнования. Смотришь, блядь. Так вот, вопрос один только. Какого хуя, если вы живете, блядь, здесь, вы ненавидите своих же собственных спортсменов, которые, блядь, за вашу же собственную страну выступают успешно, но при этом болеете за тех, которые все время обсираются. Я, блядь, не понимаю. Вообще не понимаю.